была мечта такая, пойти учиться артистом. Приехали в Питер, я сделал попытку, не получилось. И отец сказал, пойдешь на железную дорогу. Пытаюсь копировать картины известных художников, но также бывает иногда самому хочется написать. И вот перед грозой, когда тучи заходят на тынду, меня заворожило, что решил я попробовать на контрасте. Если меня что-то захватывает, я могу все бросить и заняться именно вот этой работой. Это вообще любимица. Попробовал сделать, то есть как бы там многослойная живопись с просушкой каждого слоя, и она получилась настолько живая. Голова старика — это такой пробный проект, это вообще мой первый портрет.